Всем привет из столицы Калифорнии, город Сакраменто. Вот этот бомжатник. Да, жить в Калифорнии это очень дорого. Здорово, Макс! По-моему, кабриолет в Калифорнии это тема. По-моему, для флатбедера самое. Я бы сожрал большой сочный бургер, стейк или джайро. Оккупировали Калифорнию. Я тоже хочу мотоцикл. Is it for me? Yeah, for you. Ну что, начнем разминаться. Вот эта тема, вот это мы пожрем. Зацените это. Эти зажигают? Это сладенький коктейльчик. Для меня. Нажрался. Бомжатник. Всем привет из столицы Калифорнии, город Сакраменто. И я на Тракстапе пилот. Я здесь не был около 4 лет, 3,5 года. Празднуют 50-летие. Я начинал свою карьеру дальнобойщика именно в компании в Сакраменто. А внутри этого тракстапа я, по-моему, не был ни разу. Ну, в Сакраменто есть барчики поинтереснее. Поживиться нечем. Bridge Days, Mellow, Full Body, Rich Robust. Эй, мой тебе совет, пока не научишься водить машину, не занимайся воздушной акробатикой. $25 за хорошие сигареты, натуральные, без добавок. И за пачку Миллера. Да, жить в Калифорнии это очень дорого. Итак, я в столице Калифорнии, Сакраменто, запарковался на Тракстапе. И за мной приехал старый кореш Макс. Сегодня будем зажигать. Пау! На пилоте заправляются не только траки, но и тракеры. Здорово, Макс! Как дела? Макс okay. Тоже работает на флетбеде, живет в Сакраменто. Че, полный? Под пробку? Сейчас. Почти готовы и поедем приключаться. Слушай, у меня видео на, для русских. Да, объясни, что как бы особо нечем хвалиться. Макс говорит, хвалиться особо нечем, но, по-моему, кабриолет в Калифорнии это тема. Просто нравится.
Максу нравится Бэха кабриолет в Калифорнии. Мне тоже нравится Бэха кабриолет в Калифорнии. Стандартная тачка для трекиста. По-моему, для флатбедера самое оно. Так а что, куда мы едем-то? В ресторан. В какой? Это будет Mediterranean. Mediterranean? Да. Найс. И греческая, и турецкая есть. Греческая, турецкая. Я бы сожрал большой сочный бургер, стейк или джайро. Там такое тоже есть. Найс. Просто более привычная нам еда есть. Русскоговорящих. А мне почему-то казалось, что здесь население всего 500 000. Может быть, вы уже оккупировали Калифорнию, столицу? Почти город, да. Намного прям ощущается на улицах, магазинах встречаете? Ощущается очень много, да. Есть районы, кто просто везде. Как Брайтон-Бич? Да, может близко, может не совсем. Так, но... Короче, много русскоговорящих в Сакраменто, надо запомнить. Вот, например, кафе. А по воскресенье, по вечерам, по субботам, вечерам здесь практически половина русскоговорящих собирается. Вообще оккупировали Сакраменто русскоговорящие. У нас в Далласе на Фейсбуке в группе всего 5000 человек русскоговорящих. 400 тысяч это, блин, я из города населением 500 тысяч. Всего лишь 5 минут на машине. Капитолий это который? А, вон верхушка, да, верхушка Капитолия. Я там был, я катался все, на велике. Опять же, кто приезжает теперь с больших городов, там, с Киева, с Москвы, для них Сакраменто это просто деревня. Ничего такого у нас особо нет. Но город большой. Большой. Здесь удерживает только климат. Климат очень-очень подходящий. Сейчас на траке побывал, уже 40 штатов объездил, все равно лучше именно в Калифорнии, именно вот этой долины нет. Все остальное или сильно холодно, или жарче даже, чем у нас. Хотя у нас летом выше 100 бывает. Ну, здесь сухо, у нас в Техасе 115, это жесть. Здесь всегда практически сухо, влажности нет. Я на мотоцикле катаюсь здесь какой год. Найс. Я тоже хочу мотоцикл. Каждый месяц здесь можно кататься. Просто более-менее зимой одеваешься потеплее, и на мотоцикле здесь круглый год. Это сложно. В других штатах это практически невозможно. Пальмы, солнце, апельсины. Я знаю, возле Капитолия апельсины растут. Я прям ехал, ездил, апельсины там лежат, как черные на асфальте. Лежат апельсины у Капитолия. А сейчас мы стоим на железнодорожном переезде и поедет что? Амтрак поедет? А, нет, это просто местный лайтрейл. Местный поезд. Не поезд. Я не знаю, на каком я ездил, наверное, на нем, на Folsom Lake. На этом же, да? Да. Трамвайчик местный. Да, походу, на нем я ездил, на Folsom Lake. Это пивоварня местная, The Canary?
бывает, но я не думаю, что только пиво. On the Boulevards. Короче, какая-то разливайка. Не только для пива, наверное, и какие-то ликеры. Джейна Джайро. На с парковкой у вас здесь интересно. А вот же место. Короче, сегодня private вечеринка, и все занято, и вход 30 баксов только для нас. Это anniversary открытия, я думал, какая-нибудь свадьба или типа того. Он чувак с гимбалом прикольным. You okay to be on my camera? Yeah. I'm doing my video blog. Hi. What's your name? My name's Lorraine. I'm the assistant general manager here at Jana. Thank you much. Nice to meet you. Nice to meet you too. My name is Alex Texas. Alex Texas. Excellent. What do you got for drinks? Yes, we have everything to drink. They'll be able to help you more better over there at the bar area. Макс, что будешь? Я, наверное, сок сегодня. Сок за рулем. Да, ты за рулем. Не на камеру заказывай. Can I have a margarita? Yeah, margarita. Of course. Приветливые какие греки. Excellent. Is this for me already? It's our housemaid Jana lemonade. Yes. Okay, for the driver. Yes. Is it for me? Yes, for you. All right, let's give it a try. I'm not sure. Did you want to keep this? Mm. I like it. Thank you. Куда? Вроде вот этот вроде не занят. Бери, давай. Здесь? Окей, последний стол заняли. Ближе к еде, да. Найс, мне нравится. Ты знаешь, как, да. Мат, как они называются, вот эти вот штуки? Долмас. Долмас? Да. Греческий салат, долмас, это хумус. Какие-то врэпс, какие-то пирожки, еще какая-то тема. Это все за 30 баксов вместе с напитком. Можешь подходить, брать. В общем-то, нормально, мне нравится. Ну что, начнем разминаться. Пирожки, булочки, рэпы, коктейльчики. Все обалденно вкусно. Вот традиционные кухни, греческие, корейские, вьетнамские, вот именно настоящие, не адаптированные под американцев, они очень-очень вкусные. Вот такие большие суши. All right. Nice. Awesome. Вот эта тема, вот это я понимаю. Не разваливается. Oh, we got more. And here goes your Greek fries. Fries, nice. Thank you so much. We're good, thank you. Вот эта тема, вот это мы пожрем. Как ты думаешь, я все это один съем? Напиши в комментах. Мягенькая такая, ароматная, с травами. Кайф.
Чё, как ты думаешь, я справился или нет? Почти справился. Салат закончил, картошку закончил. Ну, курица осталась, ну, камон. Я ж не бездомный. Для всех полов. Интересно, какой-то унитаз разный должен стоять для каких-то там полов или что? А вообще я тут не заметил, но реструм очень бомбезный. Зацените это. Вау! Кайфы, а? Греки зажигают? Сладенький коктейльчик для меня. Я взял сладкий коктейль, он почему-то с огурцом. Ну, вкусный, прикольный, сладенький, да. На Сакраменто упала ночь. Греки и турки зажигают. Сегодня я бомбезно посидел, нажрался в греческом ресторане. Максу спасибо, сейчас он меня отвезет домой. Завтра новый день. Let's go!
Вечер был насыщен приятными событиями и приключениями. Все, как я люблю. Иду на трак-стоп, протираюсь влажным полотенчиком и спать. С тебя лайк, подписка. Завтра второй классный день.